Бесплатная посылка, друзья. Как оно? Заходим. Почта России. Ну что, ребята, счастливая обладательница подарка от Сидек. Почти 2 килограмма. Идем домой и буду рассказывать все по порядку. Здравствуйте, друзья. Посылка в подарок. Посылка бесплатна. Посылка, вот видите, от Сидек. Получена, можно сказать, за мои труды. Как получить посылочку в подарок? В марте месяце я участвовала в конкурсе в агрофирме Сидек. Даже вот видите, нашей кошечке хочется ее побыстрее вскрыть. Вот. И представляла я вот такой томат. Петр Великий. Я его уже сажу несколько лет. Вот. И хотя здесь заявлено, что 5-6 плодов, он как-то у меня всегда растет. На нем всегда 14-15 замечательных засолочных и вкусных плодов. И я в этом Сидеке в марте в месяц участвовала в конкурсе. Описывала этот сорт и показывала свои фотографии своего дачного участка. И получила второе место. Да, там, может быть, призовой фонд не особо большой. Кстати, это мое не первое участие. Но я просто хочу сказать, тоже участвуйте в конкурсах, потому что все-таки труд наш, это, конечно, редко бывает, что я участвую, потому что сами знаете, тоже надо снимать, фотографировать, отсылать, но тем не менее агрофирма Сидек мне присвоила второе место, и естественно, что там денежный приз, пусть он небольшой, но тем не менее, вот эта посылка бесплатна. Сейчас мы откроем и посмотрим, что же я на эти деньги заказала. Значит, ну что, вскрываем. Посылочка шла неделю. Я когда получила поздравление от Сидек, сразу там до конца апреля можно было посылочку заказать. Но я сделала сразу заказ, там небольшой был, по-моему, призовой. Вы можете даже зайти на агрофирму Сидек, у них сайт есть, и конкурсы посмотреть. Я заняла там второе место. Так что участвуйте, показывайте свои достижения, и тоже вас вознаградятся. Но, в принципе, я заказала то, что помидоры, огурцы надо подвязывать. Начнем. Вот заказала подарочный у нас теперь Агроспам 30. Это вот я хочу клубнику закрывать. Вот она мне еще посылка, мы сделали с вами видео от садовой фирмы Виктория. А еще будут сады Урала. Но они отсылают свои саженцы с 15 по 30 апреля. Там, кроме, кстати, клубники, у меня остигли цветки. Даже, если честно, немножко не помню, но там как бы более разнообразно. Я у них уже заказывала. И потом сделаю обзор, какая смородина, какой крыжовник мы там заказывали. Это, значит, материал. Здесь 10 метров на 2 100. Как раз, чтобы небольшие грядочки закрыть клубнику. Так, дальше. Вот они всегда высылают газетку свою. Вот, можете даже посмотреть. Вот здесь вот можно, кстати, очень тоже хорошую, не бывает, тут советы. Вот урожайная грядка. Вот, почитаем, посмотрим. Здесь, вот, смотрю, цветы, какие-то семена. Так, вот прайс-лист. Вот. Значит, вот еще помощница прям не дает разгребсти. А так и видит, что какие-то ниточки, шнуровки. Значит, вот я заказала у них подвязку для томатов. Это шпагат льняной, льно-пеньковый. Вот, ну как бы натуральный. Здесь, конечно, полипропиленовый. Он даже, видите, какие разные. Шпагат розовый.
вот такой желтенький. Давай, давай. Вот. То есть, как бы, очень, чтобы не покупать, видите, все это подарочно. Дальше что? Блин, заказала. Значит, Вика овсяную смесь. Вот, это тоже чудесный сидират, который я вот сейчас буду помидоры это высаживать. Могу даже подсыпать вместе с горчицей. Так, и вот здесь вот что тут? Ой, заказала. Сейчас мы посмотрим. Вот, даже можно коробочку вот так, уже она вся пустая. Сейчас поудобнее сделаем и на ней посмотрим. Вот так вот. Значит, заказала еще. Там сумма-то была 700 рублей. Но, тем не менее, понимаете, на 700 рублей, вот видите, сколько можно было купить. Вот буду что-нибудь сажать. Вот Максим Дачник, пожалуйста. Слизнеед обязательно. Там, думаю, в клубнику надо обязательно... Вот агроволокно у нас, агрополотно. И, естественно, что там могут быть слизни. И поэтому, ну, подсыплю немножечко. Вот. Кор, хорус, вот тиавид джет, это защита, вот еще хорус, вот кто-то хвалил этот хорус, это вишня, слива, это как косточковых очень хорошо, в фазе розового бутона, чтобы болезни не было, ну попробуем, потому что сейчас, сами знаете, очень распространены все бактериологические эти болезни. И поэтому обязательно надо хотя бы раз обрызгать все, по возможности, конечно, если небольшие там деревья, побрызгать. И вот немножко заказала семена. Вот у них. Вот это их фирменные. Давайте сейчас вот на, уберу вот в сторону. Вот огурцы заказала. Патти. Это вот выведен, по-моему, написано было с самим Сидек. У них же большие там опытные станции. Вот они все это выводят сами. По-моему, Патти. Вот огурцы, если вот можете посмотреть. Даже написано профессиональная серия. Кстати, сколько там? Ну, в принципе, нормально. 0,2 грамма. Я так думаю, что здесь, ну, десяток точно есть. Вот заказала. Ну, это, наверное, уже на следующий год. Я там потом покажу. Мы рассаду вывезли уже на дачу. Вот посмотрите, какая она у нас. Вот непас на следующий, розовый, крупный тоже. Вот у них розовый чемпион. Вот. И вот ихние тоже фирменные Дмитрий Великий, вот с такой пипочкой. Так что вот так вот, друзья, хочу вам посоветовать. Вот вы все равно же снимаете, фотографируйте, заходите на сайт Сидек. У них там бывают конкурсы, но... получится, не получится выиграть. Мы тоже неожиданно выложили. Так что благодаря вот этим семенам, вот эта посылка нам досталась в подарок. То есть я за нее ничего не заплатила, а все в дело. Вот. И хочу вам сказать еще, я где-то в 2016 году участвовала тоже. Там у меня был большой розовый куст, еще что я уже, если честно, не помню. Но там были покрупнее, там было приз зрительских симпатий. То есть я как бы не вошла в какое-то там место, но приз зрительских симпатий был. И я, кстати, получила 5000. Тоже очень неплохо. Мы до сих пор пользуемся всеми средствами. У нас ведро у меня. То есть мы закупили очень тоже прилично. Так что вот до новых встреч. Тоже делайте себе подарки бесплатные. Выкладывайте, заходите на этот сайт. И, может быть, тоже вам так же, как и мне, повезет. Наш труд все-таки должен как-то оцениваться. Вот оценили. До новых встреч. Ставьте нам лайк, подписывайтесь. До свидания, друзья.